только что появилась информация, что сайт Филиппа Киркорова заблокирован. Кроме того, начали переснимать фильм «Иван Васильевич меняет все». Так выглядел рекламный постер, а теперь он выглядит вот так. То есть Киркоров там в образе солнца на голове. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Вы знаете, на мой взгляд, Филипп Киркоров сам закрыл свой сайт. Почему? Потому что понял, что действительно это финал карьеры. Ожидал, что в новогоднюю ночь напрягать нас с телеэкраном будет Киркоров по всем каналам и в фильме «Иван Васильевич меняет все», и в шоу «Маска», и в новогоднем огоньке. Но вот оказывается, что Киркорова действительно не будет нигде. А вот что говорит адвокат его, Александр Добровинский, сделал вид, что он не в курсе, и говорит, и Киркоров вообще не знает ничего. Цитата. «Откуда вообще СМИ все узнают? Филипп не в курсе новостей. Не будет в эфире? Ну пусть. Это материал канала, они имеют право делать с ним все, что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно все забудется», считает Добровинский. «Люди точно никогда не забудут. То, что мы увидели, уже развидеть невозможно. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, оцените видео, чтобы увидели другие. Можете подписаться. Каждый день обсуждаем самые важные, интересные новости вместе. Есть вариант поддержки канала, номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня».